Продолжаем проходить Дюну 2. Седьмая миссия, как я говорил уже, в этой серии у нас станет главным наш новенький Девастатор. Отличнейшее, уникальнейшее оружие, самый мощный танк, самый тяжелый, самый медленный и самый прочный, что, разумеется, нам сильно поможет. Ну, отчасти, конечно же, потому что его медлительность невероятная, разумеется, может сильно нам подпортить игру в будущем. Но, тем не менее, 15 танков у нас есть, это максимум, который я могу сейчас построить себе. И, разумеется, начинать нужно все равно с строительства баз, чисто на всякий случай. Я открыл интереснейший факт. На эта карта является уникальной в плане того, что здесь всего лишь одна вражеская команда, это Атрейдесы, но при этом у них целых два стройдвора. Поэтому, разумеется, это будет довольно серьезный аргумент. Нам нужно будет постараться не просто снести один стройдвор, но еще и снести всю эту базу и желательно тут же ее застроить чем-нибудь, хотя бы просто стеночками. Тогда мы, по крайней мере, сможем помешать противникам выстраивать что-то на месте разрушенного. Иначе будет довольно тяжело, потому что пришлось бы атаковать сразу же два стройдвора, уже только после этого акцентировать на какой-то конкретной базе. А мне хочется, честно говоря, сразу же уничтожить опасность с этой базы исходящей и сразу же пойти на север, уничтожать вторую базу. Она, конечно, более серьезная, здесь даже ремонтный завод есть, который никто не использует, разумеется. Но, тем не менее, если будем готовы, может быть, спокойно зайти туда с севера, без проблем разнести стройдвор, начать уничтожать планомерно все, что здесь останется. Довольно много танчиков на защите стоит, но ничего страшного. Так, ладно. Хорошо, что МСВ достаточно много прочности. И она может спокойно ездить под пулями противников долгое время. Ну и благо, что противники тоже могут косорылить и стрелять хрен знает куда. Так, ну ладно, это, конечно же, все мелочные условности. Так. Ну, я думаю, много здесь расстраивать турели не нужно. Здесь всего-то, кажется, две машинки стоят в этом месте. Что нам, разумеется, сильно облегчает задачу. Так, ладно. Я уже у себя на базе тоже все более-менее так отгрохал и обустроил, поэтому у меня теперь все под контролем. Им слишком много зданий строить в этот раз не стал. В том числе и Старпорт я строить не стал. От него только здесь абсолютно нет никакого, потому что Девастатора пока что там заказывать нельзя. Да и я вообще не помню, можно ли будет там их заказывать или нет. Так, ай, блин. Вот в следующей миссии, конечно, придется уже его строить, потому что нам будет нужен дворец. Но там я буду делать акцент именно на дворце, а все остальное будет уже не так важно. Так, ладненько. Подостроить тут турелик, обеспечить себе безопасность своим девастатором, которые будут спокойно потом расстреливать турели. Здесь всего лишь 4 штуки, что нам должно быть, разумеется, сильно облегчить игру. Ну и черт его знает, облегчить или нет. Так, все. Ну, 3 турелей, я думаю, хватит. Они могут кого угодно здесь разнести издалека. Тут всего-то один машинный завод. Здесь, вот, кажется, стоит спайс-очистной завод. Тут же вон Харвестер ползает. Ну и понятно. Так, ладненько. Все, пора направлять наши организованные толпы черепашек. Так. Ну, по крайней мере, черепашек действительно есть какой-то толк в плане боевых характеристик. Просто так компенсируется это их ужасной медлительностью. И, разумеется, дороговизной. 800 рублей за каждую единицу техники. Это, понятное дело, не хухры-мухры. Так, ладно. Я думаю, нет особого смысла, конечно, направлять их всех куда-то тут, так сказать, направлять их одной линией, короче говоря. Направить по 3 штуки на каждую турель для... Ну, на всякий случай, короче говоря. Так, пожалуй, из одной линейки лучше сразу 3 машинки взять. И оставшиеся 4 машинки будут разносить здания поодиночке. Если, конечно, это получится. Потому что эти черепашки будут идти, ну, очень медленно. Да уж. С этим, разумеется, придется свыкнуться. Так, ладно, ничего страшного. Можно за то время, пока они идут, спокойно пойти и сварить себе чаю. Ну и понятное дело, что противник тоже этим будет пользоваться. Издалека нас будут расстреливать, о, как хорошо. Но если я смогу закрепиться, то мне все это уже будет просто по барабану. Так. Ну и, разумеется, надо не забывать главную задачу — уничтожать вражеские строения. Пока что можно даже стройдвор не разрушать. Просто нужно до него еще дойти, чтобы сразу же застроить все эти места, чтобы противники ничего не могли построить на их месте. Короче говоря, разносим сначала машинный завод. Благо, что он уже подразнесенный какой-то. Ну это да, видимо, пока я разведку проводил, противники уже успели здесь все подразломать. Так. Я сразу же потратил все свои сидж-танки, все остальное на то, чтобы разведать территорию, потому что, разумеется, девастаторы с этим не справятся. Ну и в целом, конечно же, уже готов к более серьезным действиям. Да, стадо черепашек медленно, наверное, ползет. Блин, медленно, наверное, застыло на месте. Твари долбаные. Так, ладно. Ничего страшного.
Им еще, конечно, дойти сначала до турели вражеской, прежде чем открыть огонь по ней. Ну ладно. Главное, если что, оперативно среагировать и сразу же выстроить стенку на том месте, где мы снесем вражеское строение то или иное. Ну, вот здесь, например. Или не обязательно стенку, можно просто здание какое-нибудь, чтобы сразу и толк еще был заодно. Например, построить там сразу же станцию, потому что нужно еще время все-таки, чтобы проложить там стенку или нет. Ну, впрочем, ладно, неважно. От здания будет хотя бы польза. Поставлю здесь сразу же станцию, и все будет отлично. Ну, посмотрим, долго ли смогут наши супер крутые девастаторы продержаться против вот этой вот... вот этих махин. Да, медленно, но верно. Очень медленно. Капец, конечно. Но придется потерпеть. По крайней мере, они стреляют тоже так же далеко, как и все остальные танки. И мощность у них, естественно, выше, чем у всех остальных, что, естественно, даст им преимущество в этом плане. Остается только потерпеть, судя по всему. Ну, посмотри, короче говоря, сделаем быстрое сохранение и прокрутим по-быстрому. Так. Посмотрим, сумеют ли мои драгоценные танки справиться со своей задачей. Или, может быть, нет. Кто их знает. Так. Хотя нет, Соник так лучше не трогать лишний раз, пускай он же стоит на месте. Будем расстреливать его уже, если понадобится. Чем тут делаем, черт его знает. Еще что-то на этой карте конкретно так игра стала подтормаживать вдруг, ни с того ни с сего. Фиг его знает почему даже. Так. Молодцы, хорошо идут, конечно. Если только не одно но. Так, и одно но, от этого толку довольно мало. Так. Да. Нет, все-таки надо было мне строить сеж танки. Эта осада, она не просто медленная, она очень медленная. Ну, блин, я уже не знаю, каким еще словом выразить, какой-то интонацией сказать, что она очень медленная, блин. Слоупоки хреновые. Ну что же вы настолько-то медленные? Так. Ладно. На месте турели сразу же лучше строить что-нибудь еще, короче говоря. Двигайся, двигайся, двигайся. Фиг ли ты тут встал, блин, гений хренов. Так. Еще один тут же встал на его месте. Это же гениально, блин, не правда ли? Ой. Да уж. Мое прохождение превратилось в клоунаду. Сейчас еще один встанет здесь. Нет, еще один не успел, к счастью, здесь встать. Так. Все, реагируем, реагируем, реагируем оперативненько. Сразу же строить что-нибудь на месте этих зданий. Потому что наши идиоты уже успели тут все поломать своими телами, блин. Ах, так. Да, спасибо, что разнесли собственную турель. Хрен знает зачем, конечно же. Стоп, или она была вражеской. То они в нее целились, по-моему. Я начинаю путаться уже, короче говоря, в том, что здесь происходит. В этом идиотском месте. Так, ладно, хрен с ним, ломайте этот долбанный строй двор уже. Пока я тут не завис напрочь с вами, идиотами. Да. Так. Нет, не стоит строить этот завод, все-таки лучше построить чуть мелкое. Типа там стен, короче говоря, лепить их везде. Так. Ой, я дурак. Нет, я, конечно, не привык с такой техникой управляться, сразу говорю. Мне это довольно хреново получается, как видите. Я просто начинаю тупить и зависать. Так. Так же эта техника тупит и зависает. Ой, блин. Идиотизм. Так, ладно. Ну, один строй двор мы разнесли кое-как, блин, с горем пополам. Потратили еще кучу бабла на... Ой, уничтожение все, что только возможно, да твою мать. Так. Не построили же новую долбанную турель. Да. Это, короче говоря, все надолго, судя по всему. Так, все эти наши мучения. Все начинает тормозить уже синхронно, так сказать. Так, все, построить тут стеночку. Хрен вам, короче говоря, а не новые строения. Ох. Да. Этот здесь что-то встал, завис, блин. Ну, по крайней мере, они разрушают все-таки с достаточно хорошей мощью. С этим я поспорить, естественно, не могу. Вон как все повзрывалось нахрен. В том числе и моя техника тоже сама ходит там, взрывается нахрен. Да. Веселое действие, конечно, ничего не скажешь. Так. Мочите эту турель долбаную, блин, уроды. Бесполезная. Ой. Слушаю.
Вообще довольно много времени понадобилось, чтобы построить хотя бы эту долбанную пачку девастаторов. Стоит они очень дорого, конечно. Ой, да уж. И такая дорогостоящая техника моими прекраснейшими усилиями пускается в дерьмо просто. То, что, как видите, гениальный военный стратег абсолютно не следит за тем, что эта техника вообще-то делает. Ну что поделать? Мне просто внимания все не хватает. Ну, на месте строй двора они навряд ли что-то могут построить. Но я на всякий случай его тоже застрою. Так. Все. Ну, по крайней мере, миссия выполнена. Типа, вот, мы успешно, типа, отбились. Вернее, выбили противников с их базы, и все. Все, блин, счастливы. Особенно я, что я кое-как с этим идиотизмом справился. Ой, да уж. Так, теперь нужно построить еще здесь платформы, чтобы застроить все остальное. Таким образом, мы, конечно, будем мучиться еще долго, видимо. Но, по крайней мере, если прогресс есть, то значит все хорошо, наверное. Так. Если бы еще только все так нафиг не висло. Так. Да, блин. Все, одна база вынесена, кое-как, блин. Так, ну-ка, сразу все очку снести на всякий случай. Строительство завершено. Ага, понятно, тут ничего нету. Правда, так смотрю, они, в общем-то, не стремятся ничего здесь строить в этом месте. Но, тем не менее, кроме турели, они пока что еще ничего не восстанавливали. Все, блин, миссия выполнена кое-как. Мои несчастные, побитые, погрызанные танки после своего первого боя под моим идиотским командованием более-менее себя показали. И, конечно, есть смысл использовать их дальше. Но это будет трудно и очень долго. Еще час за часом пройдет, прежде чем я перегруппирую всю эту толпу. Толпу ходячего мяса, блин. И подготовлю их к атаке на вторую основную базу противника. Да уж, это все надолго затянется, судя по всему. Итак, а теперь, дорогие друзья, когда мы захватили практически всю базу противника, обложили ее со всех сторон турельками и готовы уже начать, собственно, штурм с истреблением основной базы и дополнительных турелечек, давайте поможем нашим маленьким, невинным и беспомощным машинкам пойти именно туда, куда нам нужно и никуда больше. Если, конечно, это у нас получится вообще, черт его знает, но тем не менее... Я с огромным трудом провел сюда один MCV, который один раз раздолбали, второй раз сумел кое-как протащить и устроил здесь собственную микробазу, где мы теперь спокойно все перекрываем. Ну, в принципе, как обычно, поэтому эти части тактики, если я и упускаю, если я и опускаю в видео, не показываю их еще раз, просто потому что мы их тоже все видели, и нужно показывать самый главный экшен. Но самый главный экшен, вот он у нас, наши черепашечки медленно ползут на нерест. Да, даже если ускорить этот процесс промотки, это все равно выглядит медленно, до ужаса. Кого-то еще уперли в наглую от меня, хотя они были целые все, более-менее. Естественно, это порушило колонну напрочь. Да, ну гениально, блин, спасибо, уродливая тварюка, которая тут понаспаунил, блин, скотина. Зачем было перетаскивать их сюда отдельно, а? Долбанные перевозчики. Ну ничего, потерпим. Пускай они еще спокойненько все ползут, нам же торопиться некуда особенно, в принципе. Главное, чтобы все шевелились вообще хотя бы как-то. Ну и вроде как все еще пока что шевелятся, хоть и там опаздывают, друг друга толкают, не могут обойти кое-как, там ползут, стараются, пыхтят эти несчастные точилки с несчастными пилотами-водилами внутри. Да, уж капец, конечно. Ну и тем не менее, база противника довольно сильная, тут турели в принципе хватает, и то мы одну здесь уже прикрыли, она в этом углу стояла, мы поставили здесь стеночку, потому что вражеский тупой сидж танк, пытаясь достучаться до моей турели, прострелил свою собственную турель, снес ее напрочь. Это естественно нам на руку. Так. Ну и все, в принципе, осталось дождаться, пока они там все подъедут, наконец-то все кучи сгруппируются более-менее. Это стая слоупоков, блин, кошмар, а? Они, конечно, сильные, но тупые до ужаса. Так, ну и что у нас имеется? Раз, два, это моя турель, три, четыре, пять, шесть. Шесть турелей всего у противника, в принципе, немного так-то. Я могу спокойно понаслать по два девастатора. Ну, главное, конечно, снести строй двор. После этого мы уже сможем там развлекаться, как только захотим. Противники тут тоже, конечно, подточили немножко собственные силы, но понятное дело, что это как-то учитывать не стоит. Так, MCV был уничтожен, вернее, MCV развернулся, поэтому у нас теперь есть еще один слот для дополнительной машинки.
Так, ну ничего, они практически идеально сохранили строй, в котором я их послал сюда. Неплохо, неплохо. А у противника все еще два Харвестера. Впрочем, плевать. Слушай. Так, ладно, теперь главная цель, естественно. Выполняю. Сделать все, что угодно, но Слушай. Прострелить всеми да. калибрами, Выполняю. Возможными, эту несчастный стродвор. После чего можно будет спокойно заниматься Слушай. Другими вещами. Так, Выполняю. Разносить все турельки. Слушай. Хотя, естественно, жертвы неминуемы здесь, так или иначе. Слушай. Ну ладно, главное послать там хотя бы штук 6 на всякий случай. Этих засранцев и спокойно посылать всех остальных, кто тут свободен, на турели. Пускай они их уже спокойно себе вынесут. И мы, по крайней мере, будем уверены в собственной безопасности. На каракатице, блин, кое-как ползут. Нет, это была идиотская идея брать сюда толпу народу и тащить куда-то. Вести в бой, блин. Да они же ни хрена не могут вообще делать без меня, к сожалению. Без моего чуткого руководства. Ну, впрочем, ладно. Так, до турели, естественно, дошли быстрее, чем до всего остального. Ну ладно. Главное, чтобы они вообще шевелились. И, разумеется, блин, перекрывают друг другу проход. Потому что эта идиотская логика заставляет НПС стрелять с максимального расстояния, а не откуда-нибудь там еще. Что, конечно же, нам явно не на руку идет. Ну, впрочем, ладно. Так, все. Наша цель теперь уже ясна. Просто использовать все наши оставшиеся силы, чтобы доразносить все, что здесь имеется. Это будет, конечно, тоже время затратно, особенно когда ты не знаешь, кто куда идет, кто зачем шевелится, вообще безумие, и стреляют по своим турелям. Впрочем, ладно, хрен с ними с турелями, пускай по ним стреляют, кого-то уже взорвали там из наших за все это время. Это, конечно, просто все охренительно. Так, ну ладно. Куча мала, короче говоря. Кто куда пойдет, кто что расстреляет. Денежки у нас есть, так что мы можем спокойно позволить себе этим идиотизмом заниматься. Давайте уже просто отключим мозг и будем получать удовольствие от всего этого идиотства, что мы тут делаем сейчас. Занимаемся всей этой хренью. Так, турель, турель, турель. Главное, конечно, чтобы не все двигались в режиме нон-стоп. Постоянно кого-то расстреливали, били и так далее. Там, мочите, деритесь, и кишки выпускайте и так далее. Давайте, ребят, давайте. Шевелитесь быстрее, быстрее, быстрее. Не тормозим. Так. Взрываем, стреляем и так далее. Ой, блин, это же наша турель, я наркоман, хрен, чё по ней стреляю. Так, ладно, ничего страшного. Ой, блин. Да уж, если я сначала хотя бы как-то пытался, то теперь уже вообще. Какой-то трэш пошел сплошной, блин. Всех тут разносят, расстреливают и так далее. Птички летают тут же. Ну, зато это, по крайней мере, весело выглядит. Такое мясо учинять, развеселенькое. Ходишь тут, страдаешь фигнёй откровенно. И не стыдишься этого. Все равно там от силы два человека увидят эти видео, так что мне особо не перед кем позориться. Так что ладно. Отключаем мозг и идем воевать, как получится. Так. Ну это, конечно, капец, как тяжело каждую из этих долбанных единиц вручную перетаскивать к цели. Это ужасно недочетом кажется после какого-то времени игры. Правда, вот начинает сильно раздражать и выбешивать просто. То, как это все долго и муторно и нудно делается. Да. Ну, впрочем, ладно, потерпим. Юнитов, конечно, не так много, как в будущих стратегиях. Так что, конечно, можно бы уже и потерпеть. Ну и наши танчики, в принципе, неплохо так держатся, расстреливает стенку. Вот как может этот здоровенный, тяжеленный калибр не пробить сраную стенку с нескольких попаданий? Я вообще не понимаю, как эта идиотская физика здесь работает в этой игре, блин. Так, ладно, хрен с ним, давайте, разносите свои здания, там, все, что у нас есть, разносите, нам ничего не жалко, нам главное, чтобы все двигались, двигались, двигались. Огонь, огонь, стреляйте, стреляйте. Ой, блин, что я делаю? Ну ладно, я развлекаюсь, короче говоря. И мои несчастные черепашки тоже развлекаются. Кое-как ползут там, кого-то взрывают из них время от времени, но это происходит, к счастью, очень редко. Что, естественно, нам на руку. Этот идиот сегодня не может пробить никак стенку, блин. Уже его практически сбили, стенка все еще целая. Ну что это за идиотизм? Ну как это вообще работает? Чего здесь все ползаете туда-сюда, как идиоты? Ой, так, ладно. Строим еще машинку, стрелять, 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 хоть кого-нибудь там разнести уже, хотя бы что-нибудь, чтобы уже какой-то результат был. Вот, 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 и можете же, когда захотите, идиоты. Ой, блин. Это был такой идиотский опыт в этой миссии, конечно. Да. Ну, по крайней мере, весело, опять-таки. Благо, что я еще заранее часть процесса уже скипнул, самую скучную часть. Так что, конечно, теперь уже все не так плохо выглядит. Так, давайте, 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 ломать там хотя бы что-нибудь уже. Стоят на месте, блин, идиоты. Так, одного сюда, второго сюда. Сюда, сюда, ну, ну, ну.
Такое ощущение, что противники там тоже постоянно чинятся и чинятся и чинятся. Потому что слишком медленно у нас идет процесс изничтожения всего, что осталось от базы противника. Ой, это слушаю, выполняю, тоже уже, блин, в ушах звенит прямо от него постоянно, от этого звука. Да. О, он наконец-то пробил эту стенку, не могу поверить, я уже думал, это невозможно было. Так, ладно. Давайте, ребята, давайте упорно щелкают своими крошечными пульками тяжелого калибра, хрен знает почему. Но, тем не менее, мы все-таки с задачей потихонечку справляемся. Как бы это ни было странно, что в этом умудряемся делать, у нас танки все-таки только по одному уходят, а не пачками. Ну, уходит все еще потому, что одна турель здесь осталась, гордая, стреляющая. Так. Все, наконец-то, победа, блин. Победа великого сообщества слоупоков. Да уж. Если мы не уничтожим врага, то мы его просто заморим до смерти своей невероятной скукотой. Ой, ужас. Поздравляю. Безумно приятно наблюдать за мастерски спланированной резнёй. О да, я старался. Это была просто идеальная стратегия. Все завидуют. Час 35 минут я потратил на то, чтобы своим ужасом пустыни. Да, ужас пустыни. Чтобы ему уничтожить противника. Ой, скука смертная. И пароль Девастатор. Да. Еще раз печатать мне его в мозг, чтобы я больше никогда не призывал эту проклятую машину. Нет, на обороне база она неплохо сработала бы. А вот на атаке не очень. Атридес и Ордосы совместно захватили эту область Аракиса и должны быть стерты с лица земли. Че, все? Одна только фраза. Что-то у него все скрупулезнее и скрупулезнее становится объяснение. Ой, тьфу ты, скрупулезнее. Лаконичнее. Использую ракеты и башни в борьбе против птицелетов. Ну ладно, допустим. Два оставшихся региона, так как обычно, граничат друг с другом, и разобраться с ними будет, в принципе, несложно, если использовать все что угодно, только не долбанных девастаторов. Все, больше нет, пожалуйста. Не надо мне больше таких мучений. Итак, эта миссия у нас будет отличаться от остальных тем, что мы попробуем использовать в ней необычную тактику. Это, например, как обычно, расстрелять свои строения. Ну, почему бы и нет? Просто интересно, что нам скажет теперь наш добрый дедушка. И наиболее трагичная версия этой мелодии. Мы проиграли. Мы уничтожены, стерты с лица земли в этом регионе. Нет, послушайте, как это трагично. Просто офигительно. За душу берет. Стража! Как этот слабак попал сюда? Если он еще раз окажется тут, я лично четвертую вас. Ну вот, видите, он становится добрее, теперь он уже не на меня ругается, а на стражу. Да все равно это как-то поскромнее, чем Аммон, который меня постоянно обзывал, сволочь такая. Этот всего лишь что угрожает убить, впрочем, ничего нового. Так, здесь можно место с ней исследовать, я так заранее помню, какая у нас здесь, что у нас здесь находится. Мы играли здесь за трейдесов уже когда-то давным-давно, 1000 лет назад. Так, там было одна общая база для Императора, но на самом деле представляет из себя сдвоенную, по сути. Там две базы, слитые в одно практически, идеально. Так, да, съедайте их всех нахрен, вот этого съедай тоже. Вот, забирай, вот, вкусный обед, они все идут к тебе, вот, пожалуйста, что-то бесплатное. Можешь их пожрать там и так далее, вот, подавись, скотина. Правда, они его так почти что уничтожили, поэтому можно было, в принципе, не жертвовать своей техникой. Впрочем, ладно, плевать. Тактика практически та же самая, что и в борьбе против Императора, но и в этот раз я постараюсь использовать более интересную идею. Короче говоря, я собираюсь построить дворец и применять мое супероружие. Но ввиду того, что ракета... что там еще один, блин, да сколько у вас там вообще уродов, а? Блин. Ладно, жри, вот, на, вот этого сожри тоже, блин, подавись ими всеми этими идиотами, деградонтами, которые мне как раз подстать. Просто главное, чтобы место было уже наконец-то свободно здесь, не то мой спайс не трогал, мой харвестер тоже не трогал. Вот этого тоже забери, он очень хочет, чтобы его съели, вот, до свидания. Ой, блин, чем я тут занимаюсь в этой игре, на последних миссиях все упорти становлюсь, да. Потратил все свои силы на то, чтобы покормить червячков, отлично, что ж, это было интересное жертвоприношение. Ну ладно, по крайней мере, моих ровесников никто не съел, здесь, кажется, их всего лишь два было. Так, фух, ну ничего. Построим дворец, но поскольку ракета будет перезаряжаться очень быстро, мне преподнесли гениальнейшую идею. Уничтожать дворец после использования и строить заново, чтобы у нас была сразу же новая ракета. Это же гениально. Дворец стоит, если мне не изменяет память, всего-то 999 рублей. То есть на каких-то 200 рублей дороже, чем обычный долбанный девастатор, который там клепал пачками. Поэтому, разумеется, построив...
как обычно в своей манере, побольше харвестеров, все прочее, и хорошо обеспечу защиту базы, я смогу без проблем расстреливать противников тупо издалека. Да, мне это будет стоить, конечно, 1000 кредитов за каждый выстрел, и более того, выстрелы из идиотской ракеты недалеко не всегда попадают по цели. Но зато если уж попадут, то там вообще будет начаться просто полный звездец. Ну хотя понятное дело, что и в этих ситуациях главное разнести вражеский стройдвор. Благо, что я помню, где даже визуально, где они там находятся на этой базе. Так что с этим проблем у нас, конечно же, не будет. Просто главное вот применить такую хитромудрую тактику и, естественно, еще выжить под градом вражеских выстрелов. Хотя, понятное дело, что градом это не назовешь. Да и в целом надо пытаться стрелять... Хотя нет, лучше не стрелять по дворцу вражескому. Надо разнести ветряки, разумеется, это будут главные мои цели. Снести стройдвор, снести ветряки. После этого все остальное станет легкой добычей чего угодно, хоть солдатиков даже. Ну, понятное дело, что солдатиками больше баловаться не буду. Да и в целом эти эксперименты мне теперь дорого обошлись, блин. Все нервы на них потратил. Нет, ну ладно, ладно, это было, конечно, весело. Этим идиотизмом заниматься, упоротостью сплошной. Но надо, конечно, посерьезнее подходить, у нас уже финальные миссии идут. Это предпоследняя серия... Ой, нет, не предпоследняя, конечно. А предпоследняя миссия, предпоследняя серия будет следующей в летсплее. Всего там, кажется, у нас 24 миссии будет. 24 серии, точнее. Ну и все, что ж, пускай они теперь собирают. Сейчас они притащат мне деньжаток. Я построю так, построю еще эту станцию. Разумеется, не забыть сразу же это все делать. Так, построю здесь радарчик. Тут построить машинный завод, наклепать еще два харвестера. Ну и все, как обычно, дальше идет. Времени у нас вроде как достаточно. У нас сейчас пока что трогать никто не будет какое-то время. Так что мы должны успеть выстроить оборону из ракетниц. Так что можно не бояться, что у меня база голая стоит буквально. Разве что вражеская рука смерти может подстрелить нас. Но это, в принципе, тоже не страшно. Радиус у нее не такой уж и большой. Даже если снесет там пару зданий, ничего страшного. Главное, чтобы у нас был радар и была фабрика. Тогда мы уже сможем клепать MCV без проблем и все что угодно восстанавливать там. Это уже чисто дело времени. Так, ну вот хорошо, на том порешили. Тут у нас будет машинный завод стоять, а здесь, как обычно, линия обороны из ракетных турелей. Как раз на все эти случаи жизни. Вот ленивый харвестер, а, уже не хотят два шага проехать. Обязательно тащиться надо. Так, ну все. Теперь уже нужно, главное, поставить на поток добычу спайсов. Еще, разумеется, главное, чтобы противники сейчас на нас не сагались внезапно. Чем такие ленивые, блин. Даже доехать не могут. Чтобы там внезапно ракетница не приехала, блин, фиолетовая. Ой, тьфу, ты фиолетовая, зеленая. Хотя, кстати, да, у противников теперь есть девиатор, и нужно это тоже не забывать. Они могут нам оказать очень даже неприятную службу. Тьфу, ты не нам, точнее, им, а им. Точнее, приятную. Или нет? Или что, или как? Стоп, какая рука смерти, идиот? Это же не император. Так сейчас до меня дошло наконец-то. Там уже получается будет или у трейдосов, или у ордосов. Скорее всего у ордосов будет дворец, потому что у трейдосов он уже был. Значит, на нас будут посылать просто время от времени шпиона, который будет, вот не шпиона, а диверсанта, который будет приходить к нам в гости и взрываться весело фейерверком. Прищ! И так далее. Но это все, конечно, очень интересно, но, разумеется, нам главное сейчас просто хорошо оборониться от противника. Ну и что тут думать, выстроить, как обычно, свои турельки линейкой тут как-нибудь так по-интересному, да и все. Цепочкой, чтобы можно было спокойно тут понастроиться и быть спокойным за свое будущее, так сказать. Ладно, диверсанты, в принципе, могут расстрелять еще на подходе к базе, но даже если он подойдет и взорвет, он максимум одно здание уничтожит. Это все равно ничто по сравнению с рукой смерти, так что можно не волноваться насчет дворца вражеского, то что затупил, конечно же. Ну, в общем и целом, так-то да. Все, мы уже закрепились. Добыча ресурсов пошла, нормально, под гору идем, так сказать. Наши турели тоже теперь. Ай, блин. Наши турели, блин, дорозят просторы вселенной. Так. Ладно, ничего страшного. Потерпим немного. Потухать здания начинают, разумеется, не сразу же. Но даже если потухнут, подумаешь, там пара единиц потеряется. Так, давайте идите приносить мне ресурсы. Я заболтался уже, конечно, на радостях после всей этой развлекательной миссии, блин. Так. Ну, ничего страшного. Остальное уже, разумеется, как обычно, дело времени. Так. Ну и понятное дело, моя тактика тоже достаточно простая в этом плане будет. Так, давайте восстанавливать электропитание. Скорее, чтобы ничего не протухло. Так. Все. Красота. Мне так нравится этот звук шипящий, когда загорается экран. Прям как будто с того света вернулся буквально. Ну и впрочем, все. Все остальное тоже чисто время, чисто дело оставшихся нескольких минут, которые потрачу на постройку базы, потом потрачу еще несколько минут, то, чтобы все разведать, раскрыть местоположение всех вражеских объектов, самых важных. Так что, конечно, тоже не стоит слишком торопиться и куда-то бежать. Успеем. Сколько нам понадобится, столько будем тратить время на защиту базы, на укрепление, на накопление денежек.
Главное теперь не париться сильно по поводу турелей и всего прочего, можно хоть даже лимит уже прямо на своей базе настроить, потому что дворца будет вполне хватать на какое-то время, чтобы спокойно расстреливать противников издалека ракетами. Ну, наверное, я не знаю, как это точно сработает, потому что я ни разу не применял такую тактику, и, разумеется, это потребует все времени, исследований британских ученых и так далее, так что скоро продолжим, короче говоря. Так, нам еще нужно много всего здесь накопить и настроить на будущее.